Привет, я снова в Турции. Аня у нас пока в Анталии на тренингах. И я пока один буду снимать для вас разные видео. Сегодня поговорим о Махмутларе. Я сейчас нахожусь в самом конце Махмутлара, где Махмутлар соединяется с Кыргызжаком. Ориентирован у нас здесь отель Doris Ayutur. Мы его, кстати, продаем в нашем турагентстве, если что. Вот, район, ну, как и весь Махмутлар, в принципе, тут две улицы. Вот, вышел на остановке, у нас тут сразу кладбище. Вот такое, хотел сказать, уютное, но действительно, у них как кладбище, как парки. Вот, конечно, автобусы, который идет через Аланиум, то есть параллельной дорогой, верхом идет, а не вот это вдоль моря. Так, сам район не буду углубляться, покажу вам немножко море. Пойдем на море, сейчас перейдем дорогу. Здесь есть, слава богу, светофор. Пошли, пока горит зеленый. Здесь пока горит красный. Ну ничего, если машин нет, мы можем и на красный перейти, но лучше не надо, конечно. Все, зелененький, погнали. Итак, вот смотрите, конец Махмутлара. И вот у нас Кыргызжак начинается вот здесь, вот дальше идет. А что у нас там впереди? А, давайте сначала про пляж. Ну смотрите, ну какой пляж, здесь камни, да, кто-то лежит на камнях. Вот, кто-то уходит на нормальный пляж. Вот там вдалеке, вот прям где гора, давайте я приближу, вот. Вроде бы, ну, относительно нормальный пляж. Относительно нормальный. Но все равно вот есть понтоны. Все остальное камешки. Угу. И давайте в другую сторону посмотрим. Здесь уже центр Махмутлара. А длина этого района Махмутлар примерно 4 километра. 4, может, 4,5. Вот я посчитал по расстоянию, если вот вдоль этой дороги всей. Тоже тут камни. Но дальше, где-то, может, через километра 2, там уже более-менее нормальный песок. Вот, более-менее нормальный пляж, можно купаться. Ну, конечно, ни в какое сравнение это с Клеопатрой не идет, с пляжем Клеопатры. В другую сторону, в сторону Кыргызжака и Газипаши. До Газипаши 30 километров отсюда. Вот у нас, видите, на холме красивое здание. Это отель Утопия. Утопия World. Вот такой красивый отель. Из этого отеля потрясающие виды открываются. Ну, видите, он на горе. Вот у них тут лифт есть на пляж. Свой пляж, правда, он небольшой. Но. Отель классный. И совсем недавно была информация, что этот отель купил туроператор Anax. Ну, то есть группа этого туроператора. За 34, по-моему, миллиона евро. 34,5. Так что отель живой, будет жить, будет развиваться и продаваться. Я думаю, цена на него вполне нормальная, адекватная будет. Вот у нас Кыргызжак дальше, Махмутлар здесь. Этот променад тянется примерно, ну как примерно. Я ехал от центра, от пляжа Клеопатры, вот до этого места 17 километров на автобусе. Вся дорога заняла где-то 30 минут, 28 и так, 29. И вот всю дорогу тянет такой променад. Тянется он, я думаю, до самого отеля Утопия. То есть порядка 20-25 километров, я думаю, вот этот променад, в котором можно бегать, тренироваться, кататься на великах. Все. Также я проезжал сегодня район Оба, обратил внимание, что там завезли песок. Пляж стал такой высокий, широкий, почти как Клеопатра. Песочек более мелкий, чем на Клеопатре. И, в общем, очень приятно там стал находиться. Сегодня пятница, в 12 часов, я смотрю, там люди играют в футбол, волейбол, занимаются спортом. В общем, гуляют, и, в принципе, никакой атмосферы напряженной здесь нет.
В целом все хорошо. Вот такой у нас Мухаммедлар. Я не буду смешивать и показывать вам сейчас другие районы, рассказывать. То есть немножко сейчас поговорили о Мухаммедларе и Кыргыджаке. И дальше я, наверное, в другой раз покажу вам, может, даже выходные, завтра суббота, сниму, покажу вам остановку, какая здесь в Турции, схожу на пляж Оба, это пляж с другой стороны от Клеопатры, да, с другой стороны от скалы, от крепости. И, соответственно, расскажу про тот район, как живет Турция в эпоху локдауна без туристов. Всем пока, спасибо за внимание. Здесь в автобус, и вот немножко поснимаю вам через окно. Это все Мухаммедлар. Такая дорога вдоль моря идет.